Не снимай, не выкладывай. Всем здорово. Я пока прям... То есть, ну я не скажу, что прям божики, получается, у меня лучше на этот телефон. То есть, iPhone все равно как-то... У него все очень мягко, гладко. Изображение такое за глаз не цеплючее. То есть, и я сейчас монтирую бложик, где я еду к Витале в гости, ну, с собакой. И я обнаружил такую вещь, что когда я за рулем снимаю, у меня происходят какие-то клипы. Клипует звук, короче, прям. Треск. То есть iPhone всю эту байду сглаживал. То есть здесь я даже не могу эквалайзером выровнять звук, чтобы не было этих клипов. То есть он сразу такой, заранее. То есть он уже наклиповал, то есть там даже уменьшение громкости не поможет. Поэтому практически все кадры за рулем, то есть я их вырезаю. Вот это мне, конечно, блин, вообще не нравится, но делать нечего. Телефон взят, будем 2 года теперь его юзать. Пока не отдадим за него кредит. Вариантов нет. Но на репе он снимает неплохо. Барабаны пишет хорошо. Но все же нужно его располагать подальше от барабанов. Потому что опять те же самые клипы. То есть у айфона у него компрессор очень хорошо компрессирует. Все, что он не может переварить, он просто компрессирует. Как можно прямо возле барабанов стоять. И будет все писаться четко. То есть, ну ладно, буду делать. Делать нечего. То есть, дело сделано, теперь разгребаем последствия. То есть, у меня так всю жизнь. Всем здорово. 25 апреля. Я решил, что бы мне не поснимать на кинематографическую камеру. Наверное, жесть, да? Ужас, да? Нет? Вот. Решил поснимать, короче, на эту камеру. Я просто, когда его купил, этот телефон, немножко поснимал на нее. И она так прикольно, глубина резкости у нее имеется, понимаешь ты? То есть глубина резкости. Вот палец, например, да? Весь фокус теперь на пальце. Или на руке, например. Вот. А все остальное должно быть менее резко. Вот, какие у нас сегодня дела? У меня сегодня вообще выходной, понимаешь ты? Я не должен был никуда ехать. Но Ксюшечка, наша Ксюшечка, захотела получить урок. Я не могу отказать Ксюшечке, поэтому лечу на базу и ровно через... уже меньше, чем 30 минут будем учить Ксюшечку, нашу незаменимую Ксюшечку, директора нашего авторского коллектива, учить барабанингу. Вот так вот. Короче, я заметил, я уже снял бложик один, даже не один, то есть я его просмотрел, снял, отредактил, просмотрел, загрузил на YouTube, то есть он сейчас в отложке, я его просмотрел и заметил такую вещь, что разницу, то есть в чем разница iPhone и Xiaomi, например. Я снимал на самом высоком качестве, сейчас этот бложик у меня смонтирован и отрендерен, и прямо сейчас он грузится, вот где-то там дома, вот в этом окне, он грузится в YouTube. Сейчас он загрузится, я приеду и посмотрю. То есть честно говоря, я не глядя смонтировал, потому что я не видел ни одного кадра. Потому что мой компьютер не позволяет мне отсмотреть эти кадры, снятые в высочайшем качестве. Вот такие дела. Поэтому, чтобы хоть какое-то представление иметь о том, что я выкладываю, я все-таки буду снимать в чуть худшем качестве. Простите, но пока так. Едем. Круто. Нормас. Вот, спасибо. Печку надо выключить, жарко капец. Насрали, блин, уже успели. Вот нахера вы тут серите, я не понимаю. Вон мусорка, вон, смотри, баки стоят. И постоянно приезжает КамАЗ и вывозит этот мусор.
Нахера вот это все засирать, я не могу. Заруливаем. Сегодня выходной. Тишь да гладь. Никого. Хотя нет. Наши восточные друзья лаваш пекут каждый день. И в выходной, и в будний день. Паркуемся. И развозят вот на этом тырочке. Так, ну все, пошли на базу. Слушаемся. Кто здесь? Тишина. Пальцы сейчас оторву. Сука. Ёлочка, гори. Есть. Язычок. Так. Немножко подтянем. Так, ну что тут у нас? У нас все стоит. Вот. Глядя через камеру на этот, на барабаны, кажется, что они какие-то пыльные, да? Они пыльные? Они пыльные. Блин, надо протереть, что? Бля, попутал палки. Ну ладно, вот так. Нельзя путать палки. Ну что, протирайся. Давай, давай, протирайся. Как там? Доктор Дью. Так он говорит. Давай, картошка, чись, чистись. Или что там, жратва, варись. Блин, угар, блин. Ор выше гор. Хоть снаружи, с верхней части протру. Вот так. Тебя тоже протереть, что ли? Блин, все пылющее, капец. Пыльнющее, капец, все. Бинго, мимо. Веселуха, ну что? Подкастом Drums, а? Дадим тебе просраться сегодня? Сейчас прогреем немножечко с помощью вот этого нехитрого изобретения человечества. И вперед! Установка стоит не под меня. Вот, все высоко. Но я что-нибудь сыграю все равно. Мне это, надеюсь, не сильно помешает. Сейчас переобуюсь только. Еще разок. Еду домой, отзанимался с Ксюшкой. Не знаю, Ксюшке понравилось, не знаю, нет. Ксюшка, если тебе понравилось, напиши в комментариях, что мне понравилось. Хочу заехать сейчас в гостинку купить кофейку Молотога. Нет, прикольно снимать на эту кинематографическую камеру. Ладно, всем пока. Увидимся чуть позже. Всем еще раз здорово. Буду снимать бложек на кинематографический кадр. Ну, типа это я кино снимаю, да? Так. Мне нравится здесь глубина резкости, то есть. Да? Видишь, задний план размыло. Это очень круто. Причем это работает очень быстро. Я решил заделаться кофеманом. Поэтому вот. Кофеёк Гутенберг. Виталий мне посоветовал Жардин, но я, Виталь, прости, нихера, пацан упал. Но я, короче, купил вот то, что купил, потому что мне давали нюхать все.
Я просто соблазнился вот этим, короче. Мне очень понравился запах. И хотели мне впарить турку, но турка, чтоб ты знал, стоит, блин, 1000 с лишним, вот такая пиздюлька. То есть я купил вот такой вот френч пресс, да? И буду в нем заваривать. Спросил, есть разница какая-нибудь, если я буду не заваривать, то есть не кипятить, а заваривать. Мне сказали, да, разницы не будет никакой. Поэтому едем домой и пробуем. Короче, выезжаю я тут такой и вижу вот это вот, видишь? Нифига себе, кто это у меня тут? Димасик. Нифига себе, какие люди. Привет, и в бложек попал, как нифиг привет делать. Как жизнь молодая? Нормально. Видал, какой у меня куб? Нет, не видал. Какая классная машина. Главное, практичная. Смотри, как новый. Ну. Кубяк это, как новый. Да. Нормально сделали, да? Да. Крутяк. Офигеть. Вот это да. Столкнулись, да? Два одиночества. Вот такой вот кубася у Димасика. Чик. Да? Смотри какой. У меня не было никогда... А, нет, что я пижу? У меня был. Видал, у него фары такие. Трешетка такая же, как у меня, только у него... Сейчас тебе покажу всю разницу. Я сейчас тебе покажу, чем они отличаются. Смотри. Ой. Смотри. Короче, решетка. Вот моя решетка. А вот его решетка. Видал? Вот и вся разница. Надо так, чтобы меня не сбили, да? Сейчас сфоткаю заодно. Короче, офигею с этого народа. Видишь, что я стою, снимаю и лезет. Мест вокруг полно. Просто полно. Понимаешь? Нет, запортачил мне просто всю нахер съемку. Просто лезет в наглую. Сдвинул меня. Не удалось мне поснимать. Ну, немножко-то я снял все-таки. Кто-то мне написывает, короче. Я еду домой. Еду. Будем пробовать кофеек пить. Да? Делов вроде никаких сегодня не намечается. Спокойно катим на стояночку. И потом едем домой. Погнали. Мне нравится этот кинематографический кадр. У него такая дикая стабилизация. Ладно. А может, я сейчас попробую заехать в этот, как его? В гараж. Может быть, там у меня батя. Побежала. Ты смотри, что? Деловая колбаса. Мы поехали в не школу барабан. Короче, мы решили поехать. Что-то нам скучно стало в эту, в не школу. Что-то, прикинь, я по Мансуру соскучился. По его добродушному лицу. По лицу. Просто хочу видеть этого человека. Кубяра наш стоит. Пошли, пошли. Давай, давай, давай. Не сюда, вот сюда. Ага. Ага, ага, ага. Иди сюда. Как будто это первый раз, да? Давай, прыгай. Давай. Молодец, умничка. Умничка. Опа, и я тоже умничка. Опа. Рюкзачок вот так поставлю. Оп. Опася. Это вот так мы сделаем. Короче, у нас неделя гостей. Вчера у Витали, сегодня у Мансура. Вот. Там прикольная атмосферка, кстати. И поиграть там можно по приколу, поджемить с кем-нибудь там. Вот. Поделиться какими-нибудь фишечками. Нахвататься каких-нибудь фишечек от кого-нибудь. А нахвататься там есть от кого. Челси, иди ко мне. Иди ко мне. Молодец. Умничка. Ты мой сладкий. Посмотрите на эту морду. А? Сидит, расслабляется. Ты поглянь на нее. Ой, я не могу. Короче. Чувак,
за ним давно еду, едет тупо посередине. Понял? Центрова. Центрова. Как это показать-то, блядь? Центрова, блядь. Я центрова. Прикольные облака. Еду чисто по центру. У меня ролик какой-то накрывается. Надо снять ремень и покрутить. В следующий раз в саду так и сделаю. Покрутить, попробовать. Снять все ремни, посмотреть, какой именно ремень. Фу ты, какой именно ролик. Скоро кончится. Смотри, тут даже встать негде. Представляешь, да? Смотри. Негде встать, а Мансура-то и нету, прикинь. Нету. И что делать? Ладно, сейчас притулюсь куда-нибудь. Собаку новую. О! Ты с Чеськой? Да, я с Чеськой. Славик он запалит там, видишь, учитель, блин. Учит людей барабанить, да? Да. Он учит барабанить? Да, четвертый урок. Он ко мне записался, кстати. Спасибо. Понедельник. Потому что это... О, здорово. Так, у меня учишься тоже, да? Да, молодец. Я второй, да. Сейчас я включу презу вроде. Подожди. Движуха, видок? Скажу, ух, собаки, собаки. Ученики. Павик там ходит. Круто. Моя прелесть. Сосисина. Так, ты успел сразу. Че? Новая территория. Написал? О. Не, вот моя не пищит, например, собака. Да, конечно, ты видал, что творит? Не любит, когда... Погоди, это Чеська на него рыкнула, я да? Хотела, да, он хотел облизнуть, а Чеська это его типа детство. Она старая, потому что нет, а он мелкий. Чеш, нельзя. Нельзя. Опа. Были, это он, да, писал? Ну, это вот этот. Мне понравилось, Алексей. Как дела вообще? Все отлично. Скучаем, пошли на тебя. Да? Конечно. Ну, вы давай. Давай, уже. А такой вот был? Нет, пока нет. Такой урод будет. А, нет. Да. Способ. Какие они все, оказывается, разные. Что, люди? Алексей, кстати, работает. А у него барабан. Ладно, дай поэтот. Ему хорошо, конечно. Подайте. С барабанной установкой. Ты видел? Ладно, скидывай. Сейчас же. Почти? Ничего. А, давай. Так вот, давайте контент запилим, а? Ваня, надо больше. Ну что, посетили мы школу. Едем домой теперь. Вот. Похвалился Мансуру, что у меня уже 11 учеников. Мансур, тебе привет из Божи. Знаю, что ты хочешь меня заполучить к себе в школу. Но я ссыкун, понимаешь, я ссыкун. Я могу учить и, как сказать, чтобы надо мной не было, то есть, ответственности какой-то. У меня не было ответственности, то есть, перед кем-то вышестоящим, понимаешь? Я могу учить у себя на базе, то есть я могу в любой момент человеку отказать, во-первых, если не захочу вдруг. Понимаешь, меня нет. В общем, сложный я тип. Сам не знаю, чего хочу. Вот. Кстати, вот этим кинематографическим кадром снимаю. Вы заметили, какой... То есть я еду, уже темно на улице. И на телефон все видно. Дорогу видно так, как будто у меня свет кончается только на той стороне Ленина. Но это же не так. Это не так. Интересно, почему такой свет? Такой формат прикольный, да? Пролетаем. Мотор скажет, ты заебал меня это, блядь. Ты чё меня так насилуешь-то? Я же не хочу так это быстро ездить. А приходится, блин. Потому что Александр Викторович нет-нет, да наступит на педальку. Сзади какой черт пристроился. Сейчас опять начнутся комментарии, блин. Сзади какой-то черт пристроился. Знаешь, кто, у кого что болит, как говорится, тот о том и говорит. Правильно?
Так что вы будьте аккуратнее в своих комментариях в следующий раз. Понимаешь, как это? Я могу это все повернуть в свою пользу, да? Иди сюда, сюда, сюда. Вот так. Гасим свет. Слушай, мне определенно нравится в таком режиме снимать, потому что вот ты видишь, все светло, но я-то вижу, что все темно. Это в камере все светло. А вот здесь точно темно. Ну все, всем пока. У меня на сегодня все. Увидимся. Давай, бро. Не теряйся.